Знатный сталевар, депутат Верховного Совета и герой социалистического труда Владимир Иванович Халявкин отдыхал в санатории имени Ленина под Анапой. Опочивалось инициатору громких всесоюзных починов слишком сладко, да так, что с самого утра Халявкину было чертовски не по себе. Сухой язык, будто намазанный сапожным клеем, крепко прилип к небу. Улыбка, огни Варшавы, черные глаза, крымская особая. И на десерт был еще горький бальзам. Как его там черт? Халявкин как не тужился, вспомнить не смог. Его опять стошнило. Чего они там только с первым секретарем обкома товарищем Сысоевым вчера в ресторане «Кура» не понамешали? Голова у Халявкина гудела, как раскаленная мартеновская печь. Герой соцтруда категорически отказался от завтрака. Его продолжало штормить. Не помогал ни нарзан, ни пермидон. И он, отправив жену на пляж, заперся в избе читальни, так он называл уборную. Когда Халявкин, с трудом оторвавшись от унитаза, вышел из туалета, то обнаружил в номере мужчину лет 45. Тот был облачен в спортивный костюм с небрежно переброшенным через плечо еще влажным пляжным полотенцем. Лицо незнакомца лишь на секунду стало каменным, а потом расплылось в широкой улыбке. «Ба, ёшкин кот, кого я вижу?» Обрадовался вошедший и заключил хозяина номера в объятия. «Сам знаменитый Халявкин, собственной персоной!» И незнакомец тут же полез целоваться. «Здрасте!» Как-то неуверенно промямлил в ответ Халявкин. Незнакомец, хлипая хитрыми глазками, носом втянул жар мартеновской печи. «Огошеньки, ты что это, огненный ковш, не узнал меня, что ли?» Без тени сомнения огорчился гость. Халявкин икнул и что-то промычал. «Ну вспомни, Кремль, позапрошлый год, сессия Верховного Совета». «Да, вроде что-то припоминаю», — промямлил Халявкин, а потом спохватился. «Погодите, а как вы в мою комнату угодили?» «Да двери перепутал», — развел руками незнакомец. «Я рядышком тут живу, в 242-м. Если что, заглядывай». Только вечером жена Халявкина обнаружила пропажу своих драгоценностей. Также куда-то растворился бумажник мужа с трудовыми 5000. Бесследно исчезла золотая звезда, удостоверение героя соцтруда и члена сталинского обкома партии. Дрожащей рукой Халявкин поднял трубку и попросил девушку немедленно соединить его с милицией. Следователь Сиволап уже битый час безрезультатно выпытывал у потерпевшего приметы гражданина, побывавшего в его номере. Заслуженный сталевар невнятно и сбивчиво рассказал о незваном госте, но ни фамилии, ни имени того вспомнить не смог. Помнил только, что номер его находится где-то по соседству. Но оказалось, что в указанном люксе в данный момент проживает жена первого секретаря Молдавии, и вообще в санатории человек с такими приметами не регистрировался. В управлении Сиволап поднял аналогичное происшествие и выяснил, что недавно в соседнем санатории «Луч коммунизма» с героем Советского Союза Юрием Юрьевичем Мирошником случилась очень похожая история. Однажды он обнаружил, что звезда у него теперь не золотая, а бронзовая. Всегда почему-то была золотой, а тут из совершенно неблагородного металла. Кроме того, пропали удостоверение героя СССР, кашемировый пиджак с кожаным бумажником, авторучка с золотым пером и партбилет. Из директивы в ходе детальной проверки выяснилось, что подобных ограблений в анапских санаториях насчитывается уже около десятка, но лишь два из них в случае похищения золотых звезд и партбилетов у Мирошникова и Халявкина вызывают особое внимание. Решено оба дела объединить в одно производство. Следователя Сиволапа назначить руководителем следственной группы.
Статус партбилетов в Советском Союзе был не просто завышен, а заоблачно высок. За небрежное хранение партийного документа могли последовать очень жесткие санкции. Утеря партбилета, либо еще хуже, кража такого документа у коммуниста были сродни предательству. За это с позором выгоняли из партийных рядов. Крылатая фраза «партбилет на стол положишь», которую можно встретить в художественной литературе тех лет и пропагандистских фильмах, звучала как расстрельный приговор. Через 3 недели после происшествия заслуженным столяром страны и депутатом Верховного Совета Владимиром Ивановичем Халявкиным в приемной первого секретаря Одесского обкома партии неожиданно возникла представительная фигура. На гражданине был солидный шевиотовый костюм. На лацкане сияла звезда героя. Он гневно потрясал своим удостоверением и был страшно раздражен. «Гвардии майор Юрий Мирошников, герой Советского Союза», – представился посетитель. На робкие замечания секретарши, что первый секретарь занят, гражданин пришел в ярость. «То есть, как это вы меня так и не пустите?» – разошелся Мирошников. «Фашисты меня в Одессу тоже пускать не хотели, а я ее таки освободил». Уже через пару минут разгневанный посетитель, на чем свет стоит, распекал совершенно потерявшего голову первого секретаря за то, что, мол, освободителем Одессы в уверенном ему городе совершенно невозможно получить элементарного гостиничного люкса. И со скидочкой, желательно в полцены, не меньше. «Мы ведь за вас, товарищ, кровь проливали». Из архива. Звание Герой Советского Союза было учреждено в апреле 1934 года постановлением Центрального исполнительного комитета СССР. Присваивалось за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига. Звание Герой Советского Союза было учреждено 16 апреля 1934 года постановлением Центрального исполнительного комитета СССР. Оно присваивалось за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига. Первым героем СССР уже на 4-й день после учреждения звания стал полярный летчик Анатолий Лебедевский, а также 6 его товарищей, участников операции по спасению экипажа и пассажиров ледокола «Челюскин», раздавленного льдами в Чукотском море. Сначала высокая награда действительно давала ряд серьезных льгот ее носителям. Это 50-процентная скидка при оплате жилплощади, льготные начисления стажа работы при уходе на пенсию, освобождение от подоходного налога, бесплатный проезд раз в год туда и обратно железнодорожным или водным транспортом. Герою СССР за медаль ежемесячно выплачивали 50 рублей. За всю историю награды звания Герой Советского Союза были лишены всего 74 награжденных человек. В соответствии с положением об орденах, медалях и почетных званиях СССР существовало 2 основания для лишения этого высокого звания. Ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям СССР и документы к ним, принадлежавшие лицу, лишенному государственных наград СССР, подлежат возвращению в Президиум Верховного Совета СССР. Не секрет, что золотая звезда героя, скромно поблескивающая на пиджаке, являлась своеобразным пропуском туда, куда простым смертным вход был воспрещен или хотя бы нужно было отстоять длиннющую очередь. Многочисленные льготы и всеобщее уважение были только частью той благодарности, которую стремилось выказать государство героям за их ратный трудовой подвиг. Гостиничный скандал с героем СССР Мирошниковым быстренько утрясли. Кого-то мигом подвинули из непочину занятого люкса, кому-то из администрации устроили взбучку. Но уже через неделю в Одесский обком партии явился Семен Шварц, старший администратор гостиницы. Семен Яковлевич переминался с ноги на ногу, сморкался в платочек и не знал, с чего начать.
Когда первый секретарь пытался выдворить его из кабинета, у администратора вдруг прорезался голос, и он запричитал. «Минуточку, меня же ж обокрали, меня же ж и слова сказать не дают. Выселили в люкс товарища Мирошникова, ветерана-героя. Теперь вам и платить по счетам». И Шварц выложил на стол ворох каких-то бумажек. Оказалось, что фронтовик и за люкс не заплатил, и счет за обильный ужин в ресторане «Арагви» проигнорировал. А из номера бесследно исчезли хрустальный шестиперсонный сервиз, столовое серебро, прилагающееся к такому номеру на случай неожиданного визита иностранных делегаций. Но и это было еще не все. У двоих уважаемых постояльцев пропали дорогие вещи и, главное, деньги. Персонал гостиницы в шоке. Директор в обмороке. Такого возмутительного безобразия у них не случалось никогда. Как только по оперативным сводкам прошла информация, что вор-проходимец снова использовал в виде прикрытия документы на имя Мирошникова, в Одессу тут же прибыл следователь Сивола. Он опросил администратора гостиницы, и приметы фронтовика-героя полностью совпали с похитителем, обокравшим знатного столивара Халявкина. Стало совершенно очевидно, что неизвестный аферист активно орудует исключительно в курортных городах. Его следы были замечены не только в Одессе, Сочи или Батуми. Он оставил после себя опустошенные номера и обворованные люксы в Гаграх, Ялте, Алуште, Новороссийске и Анапе. В Одессе вели беспрецедентные меры безопасности, усилили патрули, паспортный контроль. Но фартовый жулик успел уехать из Южной Пальмиры в Москву, чтобы залечь на дно. Благо, деньжат по курортам он нацыганил таки немало. Знаменитый на всю Москву дантист Аркадий Семенович Кушнир, как юла, крутился перед зеркалом магазина «Инпошив» и поминутно выспрашивал у жены. «Софочка, как ты считаешь, такой пиджак мне пойдет?» Софочка лишь морщилась. «Аркаша, в этом пиджаке ты как драная портянка на ноге». Неожиданно перед семейной парой появился улыбающийся статный красавец со звездой героя на лацкане и галантно поцеловал ручку жене дантиста, приведя ту в замешательство. Представившись Владимиром Ивановичем Халявкиным, ответственным работником Министерства легкой промышленности, он как бы невзначай заметил, что только позавчера прилетел из Рима. Оттуда привез писк моды, костюм с отливом. Но ему по размеру он не подошел, и теперь Халявкин готов продать его таким милым людям всего за полцены. В сопровождении супруги Софочки Аркадий Семенович Кушнир благополучно проследовал в примерочную. Об оставленном в торговом зале старом пиджачке он вспомнил слишком поздно. Ни бумажника, в котором была толстенная пачка денег, ни документов в его карманах уже не было. Кушнир быстро сообразил, кто украл у него наличность, и пустился вдогонку. Ушлого жулика Аркадий Семенович настиг в конце улицы. Но тот, учуяв погоню, даже не обернулся. Ловким движением он незаметно сбросил бумажник в кусты. Аркадий Семенович настиг ответственного работника Министерства легкой промышленности, ухватился за лацкана его пиджака и стал орать на всю улицу. «Отдай, варюга, мои деньги!» Но тот лишь зло ухмыльнулся. «Отвянь, гнида! Ты знаешь, сколько этот шевиотовый пиджачок стоит, что ты на нем складочки оставляешь, морда?» Аркадий Семенович не унимался. Он еще сильнее стиснул кулаки и заорал на всю округу. Ответственный работник зыркнул по сторонам и двумя ладонями молниеносно врезал дантисту по ушам. Аркадий Семенович упал как подкошенный, но успел ухватить обидчика за штанину. И в этот момент из-за угла появился постовой милиционер. Он истошно засвистел в свисток и приказал участникам уличного безобразия немедленно проследовать с ним в ближайшее отделение. Из рапорта. 23 сентября в 15 часов в отделении милиции Краснопресненского района были доставлены участники уличной драки, граждане Кушнир и Халявкин. Кушнир обвиняет Халявкина в краже денежных средств, которых в ходе личного обыска у обвиняемого не обнаружилось. В процессе осмотра у гражданина Халявкина было обнаружено наградное удостоверение Героя Советского Союза под номером 3227.
Небрежно развалившись за столом и закурив дорогую сигарету, Халявкин суровым командным голосом потребовал объяснений. Мало того, что какой-то припадочный набросился на него средь бела дня и нанес увечья, да еще ко всему его, героя, обвиняют в краже. Кушнир, почуяв, что симпатии милиционерам на стороне Халявкина, его деньги никто искать не собирается, стал распаляться. Мол, этот ответственный работник торговли – аферист, и лапшу всем вешает на уши. Он требовал скрупулезнейшей проверки личности похитителя. На что Халявкин отмахнулся от дантиста, как от назойливой мухи, и предложил закрыть того в кутузке. Милиционеры попросили уважаемого Владимира Ивановича предъявить документ, подтверждающий его личность. На что тот, постучав пальцем по золотой звезде, воскликнул: «А эта звезда, добытая потом и пошатнувшимся здоровьем, вам не доказательство?» Но потом, быстро сменив гнев на милость, Халявкин обиженно заявил, что раз ему здесь не доверяют, тогда пусть кто-то из сотрудников проводит его домой за документами. Но когда его личность подтвердится, весь отдел понесет наказание. А некоторые и с погонами распрощаются за вопиющее неуважение к передовикам социалистического труда. Пройдя всего полквартала, Халявкин схватился за левый бок и присел на лавочку. Укорчившись от боли и жалуясь на несправедливое отношение со стороны властей, дрожащей рукой достал из пиджака пилюли. «Что это с вами, товарищ?» – испуганно спросил милиционер. «Плохо мне. Помираю, братка. Как переволнуюсь, так приступ, зараза, тут как тут. Почка у меня отморожена. Только таблетками и спасаюсь. Не в службу, а в дружбу. Сгоняй за минералочка». И Халявкин протянул милиционеру мятую купюру. «Только и синтуки не покупай!» – закричал он вдогонку сотруднику. «Изжога у меня от нее! Нарзан в самый раз будет!» Как только милиционер скрылся за углом, Халявкин вскочил и, резво перемахнув через лавку, скрылся в кустах. Уже через несколько минут он подошел к кустарнику и извлек из нее кошелек кушнира. Вытащив деньги, пустой лопатник он отшвырнул в сторону. Как только следователь Сивалап получил информацию, что псевдо-Халявкин проявил себя в Москве, он сразу же выехал в столицу. Там его встретил отставной сыщик, пенсионер МВД Петр Гаврилович Андреев, и поведал интереснейшую информацию о неуловимом аферисте и проходимце. «На самом деле ваш человечек никогда не был ни Халявкиным, ни Мирошниковым. Фамилия у него самая простая и неприметная – Иван Петров. Этот прохвост – настоящий артист. И министра может сыграть, и обычного работягу изобразить. Только по нашей картотеке он проходил по 27 фамилиям. Ну вот почерк у него заметный, фирменный, ни с кем не спутаешь». В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что Петров в уголовной среде всегда стоял особняком. Никогда не входил в какую-либо банду, предпочитает действовать в одиночку. Многие воры союзного масштаба называют его уважительно «гроссмейстер». Хотя братва нарекла его «Ванька хитрый». А случилось это после одного занимательного случая. Чтобы доказать корешам свой фарт воровской, наспор, Ванька хитрый облапошил слишком усердного следователя, не дававшего проходу местным уголовникам. Без зазрения совести подошел к нему на улице и стал клеить из себя бывшего сотрудника УГРО. Мол, помнишь, старина, как банду Геши Корявого брали? Да как же, меня еще ранило тогда. Пока ошалевший от тесных объятий и похлопываний по плечу опер пытался вспомнить, кто перед ним стоит, Ванька хитрый, у него удостоверение и пистолет табельный таки свинтил. Потом в документе рожки дорисовал и перед Муром выбросил. Родился Иван Петров в 1900 году в деревне Баркасово Калининской области. Школу так и не закончил, залетел в колонию для малолетних преступников. Но даже этот факт удалось установить с немалым трудом, ибо на каждом следствии, во время каждого очередного суда, он выдавал новую версию не только своего рождения, но и всей жизни.
Пенсионер МВД сокрушенно махнул рукой. У нас каждая республика свою картотеку держит. Общего архива нет. Пока сведения в столицу дойдут, месяц пройти можно. Этим и пользуются хитрые. Я, как из органов ушел, места себе найти не мог. Во время службы месяцами за бандитами гонялся, а на пенсии совсем заскучал. Не привык сидеть сложа руки. Вот и решил молодежь помочь, так сказать, систематизировать досье. И нарыл я на этого Ваньку Хитрого уйму информации. Из оперативной справки. Петров Иван Дармидонтович впервые был осужден на 3 года за кражу личного имущества в 1925 году. Срок заключения отбывал на Соловках. Симулировав помешательство, сбежал. Второй раз был пойман в 1940 году. Всю войну пребывал в различных лагерях Дальстроя. Сбежал в конце 1944 года. В данный момент находится во всесоюзном розыске. Сивала продолжал читать личное дело Ивана Петрова, которое больше походило на приключенческий роман. Особенно следователя заинтересовал случай с первым арестом Хитрого. Тогда он еще не носил такую громкую кликуху и был начинающим карманником. Около одного кооперативного ресторана участились случаи краж кошельков и документов. Оперативники решили ловить вора на живца. И сделали они это элегантно и виртуозно. Один из ряженых милиционеров спрятал руку под портупею, а пустой рукав картинно заправили под ремень. Изображал он вдрызг пьяного кавалериста. Около ресторана ряженый долго копался одной рукой в бумажнике, напевая под нос бравурный марш. Как только он запрятал портмоне в карман, перед ним тут же нарисовался никто иной, как Петров. Он стал обнимать кавалериста, полез целоваться, мол, помнишь, боевой товарищ, как по фронтам горцевали? И вдруг Ванька взвыл от боли. Как только его рука скользнула в карман псевдо-однополчанина, тот железной хваткой сжал ее. Старый сыщик показал фото Ваньки Хитрого. Лично я знаю его с 1947 года как карманного вора высшей квалификации. Именно тогда я задержал его впервые с поличным на кошельке в московском ГУМе. В то время у него была фамилия Адабашьян и поддельные документы на героя Советского Союза. Но тогда вину Ивана Петрова доказать не удалось. Он вовремя скинул лопатник под ноги жертве и стал горланить про милицейский беспредел. Козырнул удостоверением на имя героя Советского Союза Адабашьяна, он тут же властным голосом потребовал немедленной встречи с высшим руководством МУРа. Стал угрожать опешившим оперативникам связями с министром внутренних дел. Ваньку Хитрого тогда не только отпустили, но и приказали Андрееву извиниться перед фронтовиком и впредь быть внимательнее. Отставной сыщик невесело улыбнулся. Потом, конечно, выяснилось, что документы у Адабашьяна были украдены, но обида засела глубоко. И с тех пор стал я выслеживать этого гада, справки наводить. Выяснилось, что Ванька – большой любитель футбола и во время центральных матчей всегда шуровал по карманам болельщиков на стадионе «Динамо». И так я отыскал его в толпе. На всю жизнь ту встречу запомнил. И сыщик продемонстрировал шрам на руке. Это он меня, сучонок, полоснул. После того, как Андреев засек вора на стадионе «Динамо», немного выждал, дал возможность украсть бумажник, чтобы уже потом брать с поличным. Но и в этом случае Ванька перехитрил милиционера. Как только он выудил портмоне и стал уходить, Андреев бросился на него. Но Петров упал, начал кататься по земле, как припадочный, и звать на помощь, мол, помогите, грабят героя фронтовика. И на беду Андреева рядом проходила группа офицеров. Как только те увидели, что мужик со звездой героя валяется на земле, набросились на одетого в гражданский костюм Андреева, в толкучке и пырнул Петрова ножом. После этого случая Ванька Хитрый стал осторожнее, действовал только по-крупному. Он был то старшим офицером МГБ, то депутатом Верховного Совета. Иногда представлялся высокопоставленным чиновником различных министерств.
Перед кражей он долго изучал повадки жертвы, манеру поведения, место жительства, распорядок дня. Особняком в личном деле Ивана Петрова стоял случай, который с ним произошел в Гаграх. Тогда он обокрал самого товарища Егорова, водружавшего Знамя Победы над Рейхстагом. Этим он снискал всеобщее одобрение среди уголовной братвы. Обокрасть знаменитость считалась высшим классом. И именно за этот поступок его окрестили гроссмейстером воровского мира. Просматривая следственные материалы из богатой уголовной биографии Ваньки Хитрова, Сиволап наткнулся на еще довоенное дело. Тогда по одному эпизоду проходила некая Аграфена Цыганова. Ее подозревали в пособничестве Петрову, но доказать ничего не смогли, и она проходила по делу как свидетель. Отставной сыщик на секунду задумался. А чем черт не шутит? Может, Ванька до сих пор с ней якшается? Уж слишком явно он ее выгораживал. На себя все грехи взял. Скорее всего, амурные дела тут замешаны. Во время обыска в доме Аграфены Цыгановой никаких улик, связанных с личностью Петрова, найдено не было. Дородная бабенка нагло рассмеялась в лицо и заявила, что Ванятку, который ее чуть под статью не подвел, она знать не желает и давно о нем забыла. В этот момент один из оперативников достал из платяного шкафа мужской пиджак, покрутил его в руках, и по испуганному взгляду Аграфены Сиволап понял, что вещица эта непростая. В кармане пиджака был найден абонемент на посещение Сандуновских бань. После этого Цыганова сломалась и начала давать показания. Мол, ни в каких темных делах участия не принимала. Но до сих пор любит Ивана, прогнать нет сил, вот и пользуется он этим. Как нагуляется по просторам страны, у нее отсиживается. Но где сейчас искать Петрова, Аграфена понятия не имеет. Знает только, что завел себе новую зазнобу, с ней куролесь. А абонемент этот действительно Ваньки Хитрова. Любит он попариться в сандунах. Ванька Хитрый не только любил попариться, но и совмещал приятное с полезным. Петров около входа в сандуны высматривал богато одетого человека и устремлялся за ним вовнутрь. В этих банях была строгая процедура сдачи и получения личных вещей. Клиенту выдавали ключ от шкафчика на веревочке, который привязывался на щиколотку ноги. После того, как посетитель разоблачался и направлялся в парную, Ванька Хитрый картинно подскальзывался и падал в ноги. И ему хватало мгновения, чтобы бритвой срезать у жертвы ключ. На выходе из сандуновских бань Ваньку Хитрого и взяли в чужом лапсердаке с крупной суммой денег. Во время следствия он не отпирался. Рассказал следователю, что давно чуял за собой хвост. Но остановиться и пересидеть облаву не хватало сил. Другой жизни, без риска, без перевоплощения он себе уже не представлял. А потом хитро улыбнулся и подмигнул. Ничего, начальник, и в тюрьме люди живут. Я среди братвы в авторитете. Молодняк своему ремеслу обучать буду. Ивану Петрову дали 12 лет, но это была не самая последняя отсидка Ваньки Хитрого. Его еще ловили и в преклонном возрасте. В общей сложности он был осужден на 27 лет лишения свободы. При жизни он лично обворовал 16 героев Советского Союза. Ровесник 20 века, человек с незаурядными способностями, он вошел в уголовную историю как один из самых крупных аферистов и искуснейших воров-карманников.